В городском округе Люберцы продолжается плановый ремонт тротуаров. Одним из участков, где положили новый асфальт, стала пешеходная дорожка на улице Урицкого. Площадь ремонта составила около 700 квадратных метров. Качество проведенной работы оценил глава округа Владимир Ружицкий. Здесь тротуар был и разбит, и давно был положен. Поэтому сегодня мы видим, что здесь такая ведется плановая, но очень, я оцениваю, качественная работа. И я думаю, что вот эта работа найдет завершение. Сегодня эту работу и завершат, и наши жители будут получать удовольствие. Напомню, в Люберцах запланирован ремонт 18 тротуаров. Общая протяженность работ более 4 километров, а площадь 7000 квадратных метров. Чтобы завершить план этого года, остается отремонтировать один тротуар. Кроме того, в округе проводится плановый ремонт дорог. На этот раз под обновление попало 43 участка. На 42 работы уже завершены.